Всех приветствую. Сегодня буду расформовывать тротуарную плитку. Это уже пятая заливка по счету. С тех пор, как я первый раз заливал. Ту расформовку не снимал, но там тоже хорошая вышла плитка. Но там раствор был густоватый, так немного с пузырьками было. Это оставил раствор более редкий делать. Получше. И плитка уже простояла это 2 дня, так как праздники были, то не трогал. Да и был вчера, позавчера на рыбалке, некогда было с ней возиться, с расформовкой. Сегодня было днем 36, жары, солнце пекло, было не до работы. Вот сейчас вечерело уже, 7 часов вечера. Решил расформовать, смазать формы и сделать опять очередную заливку. Так что будем глядеть, как я расформовываю и качество. Расформовывал, кстати, позавчера, ну пару дней назад, то даже не стукало просто. Переворачивал, она выпадала. Сейчас вот посмотрите, как эту буду доставать. Это такой вот у нас станочек. Сюда ложится эта форма по каемке этой, и она туда внутрь выпадает, плитка. Но посмотрим сначала просто без формы, будет выпадать или не. Формы смазанные отработкой были. Так, ставим нашу камеру, чтобы видно было. Так вот. О. Будем производить расформовку плитки. Покажу, какое качество. Плитку для себя делаю. Буду под навесом долаживать надо. Видно. Без всяких усилий даже не надо на станочек ложить. Так когда больше мокрая она еще, так сюда ложу. А если уже вылежала, да чуть подсохла, так сама выпадает. По качеству видно. Немного есть пузырьки. Ну, здесь по стороне тоже. Ну, плитка довольно крепкая получается. На 2 ведра цемента, это отсева щебеночного. 8 килограмм цемента, это получается где-то... 2 ведра отсева, это получается у нас 30 килограмм и 8 килограмм цемента. Думал меньше сделать, 6 килограмм, чтоб из 25-килограммового мешка замес, 4 замеса делать. Но получается у меня, покуда 8 сыплю, это на 3 замеса с мешка. Ну попробую, 6 килограмм на 2 ведра цемента, то есть отсева щебеночного. Под навес нормально будет ходить, может, думаю, и на 6 килограмм цемента добавить, если. Ну, покуда что, на 8 буду делать. Чуть позже залью на 6, проверю. И потом хочу в процессе эксплуатации покрыть эпоксидным клеем тонким слоем поверху. Она делается такая блескучая и водоупорная. Ну и грязь не липнет там, не стирается. Думаю, и так долго прослужить. Ладно, будем производить дальнейшую расформовку. Видели, даже стучать не надо, просто... Перевернул раз, стукнул и все, выпало. Высохло за 2 дня. Жарко было, так высохло за 2 дня. Это положу потом под пленку и водой полью, чтоб закреплялось. Немного похолодало. Сейчас 33 градуса тепла, то комары вылезли в тень. Thank you.
видно, плитка хорошая. Первые разы я делал пару год назад, то получалось и сверху такая пузырьками. Уголок откололся. Сверху тоже пузырьками, а сейчас вот, ну там песок со щебенкой был, а тут с отсева так получается, такая гладкая, красивая. Это форма брут, неровный верх таки. Ну красивая плитка. Я под навесом уже часть заслал, что раньше делал. Это решил дальше продолжать. То буду делать в этом году. Уже пятая заливка, по 24 штуки делаю. Форм у меня немного просто. Было больше, так сделал бы за раз. Метра два квадратных, хотя так 0,6 метра выходит квадратных из 24 штук. Она 15 на 15 размером сантиметров. Комарьё вылезло. Еще до этого я две штуки расформовал днем, еще да жарко было, решил ничего не делать, день пролежал, схавался от жары, а сейчас вот ветерок пошел немного, видно травка шевелится. Это здесь затишек, забор вокруг помещения, и то задувает, таки ветерок свежий троху, ну 33 градуса на улице. Эту плитку, она два дня, это третий вылеживается. Форма была, она уже подсохнуть успела, такая жара. Надо положить пленку, упутать и водой перед этим немного сбрызнуть, чтоб крепость набирала. Покуда делаю плитку, работы и так много хватает. Вчера мед вечером катал, то что днем жарко. Сегодня вот покуда залью, не знаю, успею там, хотя улей один или два, снять надставки, мед забрать. А может и не, то что завтра на рыбалку собираюсь, надо еще живца словить на кружки и будем на дорожку ловить. Не знаю, возьму с собой, если камеру, то немного сниму. Щука поклевая, окунь, пару дней ездил. Экземпляры такие, килограмма по два щука попадаются, 2,5. И окунь хороший, крупный, грамм по 300. Ну, на рыбалке там снимать то особо некогда. Надо оборудование, чтобы хорошее было. А мне-то камера
маленькая, уключать неудобно туда-сюда, если... Короче, посмотрим. Возьму, постараюсь про рыбалку что-нибудь поснимать. Самому потом интересно зимой поглядеть. В этом году воды много было, но падать начало сейчас. И конкретный прессинг. Столько лодок с моторами едут из городов в основном к нам. Рыбалка на Припяти платная на речке. Но желающих половить все равно много. Так что посмотрим, будет там завтра ловиться что, или еще чисто разгоню себе с утреца. Ладно, буду нас заканчивать на этом. Еще нам сегодня надо. Вышло вот такое количество. Две штуки уже я сховал, пленку накрыл со старой заливкой там. И формы внутри выходят вот. Черные сухие. Смазываю я буквально кисточкой чуть-чуть отработкой, чтобы чисто блескучая была поверхность. Буквально капель 10 масла на одну форму, даже меньше чем 10. Сюда-сюда по уголках в основном промазываю, чтобы не прилипало. А здесь кисточкой так. Так что сейчас я буду форму этой вымазывать, обрабатывать и готовиться к заливке. Он наш вибромотор стоит. Приспособил частотник китайский с Китая на этот вибростол. Работая хорошо, обороты менять можно, подбирается резонанс, чтобы работало. Правда, пружины немного слабоватые уже. Заливаю по 6 форм, ставлю всех форм, у меня 12 на 2, это 24 штуки. Ладно, сейчас будем смазывать все это дело. Да, надо поработать, за час, думаю, справлюсь. Замесить и залить. Всем удачи. Пока.